вас уже сталкивался с корпоративной ответственностью где-нибудь на практике, на работе? С тех пор ничего не изменилось. Устойчивое развитие – это такое развитие человечества, когда нынешние поколения живут, ну, скажем так, в достатке, но и следующим поколениям тоже остается достаточно ресурсов для того, чтобы жить хорошо. Как-то так вот исторически во многих компаниях складывается, хотя сейчас тренд немножко меняется. Может быть, вы уже, когда выпуститесь и будете новым поколением пиарщиков, вы уже как раз придете в новые структуры. Сейчас так, ситуация такова, что продуктом занимаются маркетологи, как правило, и клиентами, а пиарщики занимаются репутацией, корпоративным брендом. You and I and millions of people like us worldwide agree that social responsibility is needed to safeguard our future. The ISO International Standard ISO 26000 helps turn great ideas into effective actions. Over 100,000 dogs are still euthanized in Australia every single year, and they're healthy, adoptable dogs. Take a photo. And the software begins scanning every part of your face, from your eyes. You can then whistle, and your dog-alike is yours to adopt. Or shake your phone to throw your perfect match a donation.